здоров'я! В Альтес-лагере началась традиционный гарнизон шау на территории Барбара-Хали, бывшие групповые склады, как и было заявлено. Начался пробег. Из-за колонны автомобилей, которые сейчас мы видим, армия ГДР, представитель военнослужащих. Это я растерялся. Автомобили. Автомобили разные. Люди уже празднуют. Сегодня еще Меннер так, мужской праздник. Так совпало. Празднующие люди с пивом, украшенные автомобили ветками, некоторые, но только утро, сейчас 10 часов утра местного времени, 5 мая 2016 года. Я уже говорил, это традиционное проведение мероприятия, каждый год проводится. Начало сегодня будет проходить 3 дня. Пауза. Почему он выскочил, УАЗик? Все автомобили находятся в частной собственности у каких-то клубов, исторических обществ. В основном частные. Не только то, что мы оставили, как многие считают, нет. Армия ГДР тоже была оснащена нашей техникой. Вот едет полицейский на Ниве. Да, он тут работал в те далекие времена. Ну куда же без скорой помощи? Ах, извините, пожарка была, я уже заболтался. Татра прошла. Еще одну татру. Шуму много, конечно. Угазик. Почему-то с паузами сегодня. Кунчуниген филяет Халена нах Хюмельсдорф. Филяй. Вайсни. Кто-то спросили, я уж наплел, что мог. По-моему, колонна пойдет на Кумельсдорф, гуд. Я туда не поехал. Можно было поехать. Быть может, кому-то было бы интересно, но не вижу я интереса у участников группы Альтес-лагерь, для коих и делается много материалов. Посему я туда решил сегодня не ехать. Погода замечательная с утра, против вчерашнего дня. Вон как догоняет ГАЗ-69. Быстрый такой. Еще один. Макс, этот мальчик, знаю его. Как-то тянутся сегодня. Еще вон, по-моему, выскакивает. Ну, пойдем уже навстречу. Сейчас они сделают этот пробег, там где-то будет, там ждет их участников пробега полевые кухни, там еще что-то, какие-то мероприятия будут.
Мы походим здесь с вами по территории. Очень доброжелательные люди относятся. То, что я хожу здесь с камерой, делаю фото, видео. Это автомобили уже тут не участники. Это тут такой, как я, дядька приехал, может быть, бросил машину. Здесь будет сегодня очень много автомобилей, велосипедистов. 3 дня будет проходить. Смотрите, ребята, ГАЗ-51. Это большая редкость. Вот там автомобильчик шикарный. Даже это ГАЗ-53. Москвич. Обратили внимание, москвич. Вот с правой стороны, пользуясь случаем от Барбара Хали в настоящее время, что находится, уже лес молодой. Здесь были здания. Вон колонна еще стоит, она не выдвинулась. Там они подтягиваются, видимо, все. Сейчас посмотрим, вот москвич крайний. Вот они. Конечно, строится объектив. Да. Пусто здесь. Вот уже молодой лес вырос. Давайте на каштан еще посмотрим, если некоторые расцвели, некоторые нет. Вот, например. Долго объектив настраивается. Кто-то еще выезжает. Авто. Вот здесь будет очень много народу завтра и сегодня. Сегодня уже будет. Вот он, Урал пошел. Или ЗИЛ. ЗИЛ. Вот еще не замыкающие. Мотоциклисты. Цепляются колонии. Я уже начинал говорить за погоду. Погода замечательная с утра. По-моему, сейчас уже 15 градусов. Вон трабан выходит. Трабан. Ах, он нет, он заехал на территорию. Это, наверное, и все. Наверное, колонна сейчас будет двигаться уже непосредственно на маршрут из разных автомобилей. Но мы же потихонечку будем заканчивать наш видеоролик. Посмотрим сейчас вход на территорию, заодно караульное помещение. Здесь был штаб и караульное помещение, далее, или наоборот, тут 2 здания и 1 ДОС. Вот организаторы, один из организаторов, всем вам знакомый Манфред Мюллер, в черной одежде, курит. Это ДОС, бывший ДОС, сейчас жилой дом, все это жилые дома. Это для парковка, для VIP-персон, так можно сказать, для руководства Барбара Хали. Олаф, работник здесь, работает бесплатно. Вот сам вход. Кстати, вот тут сейчас это будет объявление всякого рода. Информация, когда, что, чего. Гарнизон, шоу, Витербок, Барбара Хали. Зашли на территорию, и тут мы закончим.
наш видеоролик. Guten Tag. Guten Tag. Класс. Трабанчик. Еще видеоролики я буду делать, когда здесь будет побольше объектов для съемки. Блайдорн. Это офис. Здесь руководство будет. Оно и сейчас здесь находится. Эта сумочка стоит 3 евро. Такое у меня есть. Где-то билеты. Люди. Один билет на один день 7 евро. Кто-то может пожертвование оставить, то есть дополнительно. До новых встреч.